цей час між політичними рішеннями. Для нас очень важно теперь оперативное решение Сената в поддержку украинского пакета. Поэтому и на уровне офиса, на уровне наших дипломатов активно работаем, чтобы был позитив политический в быстром утверждении пакета, а также и позитив в самом пакете, его правильное наполнение. Наполнение именно тем, что так ожидают наши воины на фронте. Это время между политическими решениями и реальными поражениями врага на фронте, между утверждением пакета и силой наших ребят. Должно быть максимально коротким. И сила именно такая, которая действует, может изменить ситуацию на передовой. Президент Украины Владимир Зеленский после того, как Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине на более чем 60 миллиардов долларов, заявил, что теперь очень важным является оперативное решение о поддержке украинского пакета со стороны Сената, который рассмотрит этот законопроект во вторник, после чего его должен подписать президент Джо Байден.